вот эта дорога, которая вела от железнодорожных путей, где подъезжали поезда смерти с Железноводска, с Ессентуков, с Пятигорска. И последний поезд был из Кисловодска 9 сентября 1942 года. И в этом поезде были и мои мама, и папа, твои дед, прадедушка и прабабушки. Вот Эденька, когда освободили минеральные воды в 43-м году, поставили первый камень и написали здесь родным, близким, мы и друзьям, расстрелянным немецко-фашистскими извергами 9 сентября 1942 года. Родина отомстила за вас. И вот, Эденька, сюда я прихожу уже 70-й раз, 70 лет. И мне выпала радость, что тебе захотелось со мной поехать и увидеть прабабушку и прадедушку. Ни за что убиенных, убитых, расстрелянных зверски, как и всех остальных 15 тысяч. Твои дети, когда будут, меня уже не будет, чтоб ты их привез, чтоб ты им рассказал все то, что я тебе сегодня рассказывал. Это мои слезы, мое горе. Ну, я рад, что я с тобой. Мне тогда было всего 16 лет.